Пасля затяжного перапынку клуб веселых и знаходливых знов на сальгорской сцене. У Палаце культуры прошло самое веселое мероприемство из усих махчимых. В мастатстве гумору споборничали 8 сборных команд города и района. Сярод их 2 команды дебютантки, остатние склады уже знакомые с сальгорским прихильником КВЗ на минулых сезонах. Команда собиралась очень быстро, очень спонтанно. Как бы все это происходило достаточно быстро, но собрались самые активные, самые позитивные люди, которые всегда везде во всех мероприятиях участвуют. И знаете, команда получилась просто отличная, все друг за друга. Просто по мне так вообще молодцы ребята. Первый раз под новым названием, стилем игры будем первый раз. В колледже есть посвящение первокурснику, там проводится КВН. Каждый курс, каждая группа показывает себя. Ну и так вот отбирали самых веселых, находчивых. Название «Мы электрики», поэтому 220 вольт – это наше все. Ну и бригада, потому что все профессии, которые есть у нас в техникуме, работают бригадой. Усе команды поделены на 2 категории – молодь и работники местных предприемств. Кожная команда имкнулась обыграть свою специфику працы, свой гумор и ставление до острых темов. Это Настя. Она из многодетной семьи. Говоря на вашем языке, у нее дома каждый день такая дискотека. Это Кирилл. Он всегда спит на парах. Я вообще, в принципе, первый раз вижу его с открытыми глазами. А это Каролина. Просто Каролина. По выниках конкурсу вызначили пераможцев. Сярод молоді лепшими стала команда «Мы з центра». Гэта сборная ЦДТ. А сярод працуючих команд – «Нагара» Беларусь Калій. Пераможцы отримали дипломы и узнагороды. И уже хутка почнуть рыхтаваться до наступных гульняў. В следующие дни мы подготовили всю программу. Мы уже опытные в этом деле. Не первый раз, не привыкать нам к этому всему. В этом составе мы играем первый раз. Команда давным-давно существовала. Вот мы решили как бы повторить такой, скажем так, проект. Собрали команду из игроков из разных команд, разных площадок. Ну и сейчас посмотрим, что получится. А подробязности фестивалю гумору и самые яскравые моменты, блескучие жарты и лепшие нумары вы сможете поглядеть в рамках специального разгорнутого репортажа на нашем телеканале у авторок. Не пропустите.